Тотальная уборка. В Ивановском общегородском субботнике приняли участие сотни человек. Сотрудники организации и учреждений наводили порядок на своей территории. Тосы на землях общего пользования. Остальные ивановцы во дворах. Эта уборка может войти в историю города как одна из самых массовых. Вот то, что я вижу, по крайней мере, в социальных сетях. И в этом году мы первый раз направляли всем письма, просьба, предложения предприятиям, да, именно взять на себя конкретную площадку. И почти все откликнулись. Только порядка трети, наверное, предприятий не связались с нами, потому будут проводить они субботники или нет. То есть практически нам удалось объединить весь город. Сам мэр приводил в порядок территорию аллеи меланжистов. Работы здесь, как и во всем городе, за зиму накопилось немало. Убрать сухую листву и мусор, что-то починить, где-то подкрасить. Если каждый внесет свой посильный вклад, город станет лучше, а жители смогут гордиться результатом своих трудов. И самое главное – бережнее относиться к этому порядку. На работу, как на праздник. Это как раз про общегородской субботник. Подобные акции не только помогают делать город лучше, но и людей объединяют. Это возможность сделать доброе дело, а заодно пообщаться и посмеяться, насладиться весенним солнышком посреди субботнего рабочего дня. Наталья Гутарина, РТВ Иваново.